Этот бронзовый диск с аппликациями из золота обнаружен грабителями кладов 4 июля 1999 года на горе Миттельберг, ее высота 252 метра, в районе городка Небра, Германия, и попал в руки полиции в феврале 2002 года. Его диаметр 32 сантиметра. Толщина от 4,5 миллиметров до 1,7 миллиметра по краю. Масса около 2 килограммов. Изготовлен он период между 2000 и 1700 годами до нашей эры. На поверхности диска изображены различные астрономические объекты. Среди них звезды, 7 небольших кружков, расположенных вместе. Это Плеяды. Остальные 25 звезд нельзя идентифицировать. А также Луна, представленная в виде серпа. И Солнце в образе большого круга. Две дуговые вставки, одна из них утеряна, но ее местоположение легко угадывается, обозначают определенные секторы горизонта. Имеется также изображение корабля. Это действительно уникальная находка. Тем труднее объяснить назначение диска, ведь похожие на него предметы не встречались археологам ни в Египте, ни на Ближнем Востоке. Никаких привычных подсказок нет. Кто изготовил этот странный объект? Для чего? Что можно делать с его помощью? Ученые продолжают выдвигать любопытные гипотезы. Небесный диск из Небры позволяет нам хотя бы отчасти понять, как представляли себе космос в бронзовом веке. Очень вероятно, что лишь небольшое число посвященных могло управляться с ним. Настолько сложным для того времени было его устройство.